про мой любимый, давно знакомый. Я вам расскажу одну историю. Однажды мы целовались в самоволке с одной милой девушкой, которой сейчас, наверное, достаточно много лет, и она уже, наверное, со своей сопки не спускается вниз, потому что трудно забираться. А тогда это было легко и просто. И вот ночью после дня рождения моего друга, который мы справляли, даже не какой-то коммунальной квартиры, какая-то была, знаете, как в Мариной роще у воров, заимка какая-то была, деревянная. Маленькая облигация. Как пишется, маленькая облигация? Какая облигация? Вот. И мы идем, значит, возвращаемся обратно, провожаем девушек, а время там уже, ну, где-то час ночи, наверное. И мы стоим на углу, значит, этих двух улиц, которые пересекаются, светят звезды, совершенно темно, мы обнимаемся, целуемся, и вдруг мой товарищ мне показывает глаза. И я поворачиваю голову, смотрю, медленно-медленно едет УАЗик, патруль, Москва, на Москве, и все в форточку смотрят на нас там. И они не остановились, я это запомнил. Странные
вещи, там нравится, не нравится, вроде. Знай себе, мочи по струнам. А он тут это сам еще рекламу дает. Так потихоньку. Ну а что, кинфинансиета, нет?
приятный сюрприз. Просто Фрэнк Запад.